Готовим шоколадный бисквит. Для начала сливочное масло взбиваем с сахаром. Добавляем яйца и продолжаем взбивать. Далее добавляем сметану. Добавляем разрыхлитель, какао и муку. Перемешиваем венчиком. Вот такое тесто у нас получилось. Противень застилаем пергаментной бумагой, наливаем тесто и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Готовность проверяем зубочисткой. Наш бисквит готов, даем остыть. Начинаем готовить крем. Для начала жирные сливки ставим на огонь и доводим до кипения. Сливки закипели, заливаем в шоколад. Перемешиваем до полного растворения шоколада. Шоколад полностью растаял. Убираем в холодильник на полчаса или час до полного остывания.
Наш шоколад хорошо остыл. Сейчас взбиваем миксером. Взбиваем до загустения. Крема готова. Сейчас приготовим вторую часть. Сливочное масло взбиваем с вареной сгущенкой. Оставляем оба крема на 10 минут, чтобы их температура стала одинакова. Соединяем наши крема. Наш крем готов. Получился вот такой нежный и шоколадный. Наш бисквит полностью остыл. Сейчас вырезаем коржи.
все мы подготовили. Сейчас собираем наш тортик. Начинка будет арахис с карамелью. Отправляем тортик в холодильник пропитаться на 1 час. Достаем торт из холодильника и украшаем по желанию.